Друзья мои, уважаемые дамы и господа, коллеги, есть у вас ощущение, что можем начать? Вот Анжелка пришла. Анжелка, можно начинать уже? Уже в конце как концов. Как хорошо! С конца, конец. Давай, раздевайся, садись. Так, рассаживайтесь, пожалуйста. Оксаночка, все, привет. Кто пришел в последнюю минуту перед началом. Снимайте свои кофточки. Занимайте самые удобные места в первых рядах. Гнездитесь так, чтобы вам было удобно. И мы, пожалуй, начнем наше сегодняшнее с вами общение, наш сегодняшний праздник. Спасибо вам всем за то, что вы пришли на наш день рождения. Честно говоря, я не очень ждал, что нас будет так много. Я думал, что у нас будет, ну, наверное, половина от того количества, которое присутствует сейчас в зале. Спасибо, действительно, что вам, значит, вам дорого это слово «Гулливер», «Гулливеры». И это очень хорошо, что мы собрались здесь. Но должен вас, может быть, сразу огорчить, если все те, кто не причастны к сегодняшнему «Гулливеру», думают, что мы подготовили какую-то специальную программу, у нас есть какой-то сценарий, мы сейчас будем следовать этому сценарию и удивлять вас какими-то, ну, специально подготовленными к этому дню песнями, стихами, что мы только одноразово на сегодняшний день, вот этого не будет. Мы не готовились специально. Мы не готовились. Вы думаете, что это что? Это что, готово? Это что, запланировано было? Терентьев? То есть все то, что будет сегодня здесь происходить, в первую очередь не верьте Терентьеву. У нас день рождения. Это не важно, что это юбилей. И мы будем его праздновать. Так, как это обычно бывает на дне рождения. То, что вы сюда пришли, значит, что вы когда-то были связаны с этим клубом, с этим ансамблем. То, что вы сюда пришли, это значит, что вас греет вот это слово, что вы наши друзья. Или же, может быть, вы даже не совсем наши друзья, но вам стало вдруг почему-то интересно познакомиться с нами. Кто мы такие? Чем мы занимаемся? Вот сегодня вот это точно совершенно произойдет. Всегда, когда мы встречались, мы всегда начинали с чего? С распевки. С распевки. Вот Наташа помнит. И я предлагаю сделать это и сейчас тоже. Все те, кто когда-то это делал и уже давно не помнит, как это делается, все, кому это близко, вы можете даже не вставать, наверное, конечно, надо, наверное, вставать, чтобы почувствовать свободу в теле. Вот. Но сделайте это со своих мест. Но мы сейчас распоемся. Ну. Между прочим, это тоже не было запланировано. Все, кто, ну, хоть как-то помнит, как это делается, приходите сюда к нам. Вот.
Слава
И мои все увещевания и
довод в том, что искренность исполнительская — это совсем не одно и то же, чем искренность исполнительская, чем человеческая. Но наталкивалось на недопонимание. И тогда я пришел в свой родной вуз, в свою Корабелку, и предложил создать такой коллектив здесь. И это было встречено с большой теплотой и радушием. Таким образом, появилась некая группа единомышленников, которые сегодня присутствуют здесь, в зале. Мы создали такой вот какой-то коллективчик, это было весной 78 года, и начали какие-то репетиции, выступили здесь, в этом актовом зале, и пригласили всех принять участие в работе клуба. Корабелка сочла возможным прямо тут же командировать нас с оплатой проезда, командировать нас на Грушинский фестиваль. И мы поехали вот этим небольшим коллективом, еще ничего не сделав, ничего не умея, поехали на Грушинский фестиваль. Там, по большей части, мы занимались тем, что мы общались, мы встречались с разными людьми, с разными поклонниками песни из разных городов. И самым главным событием, конечно, было знакомство с Владимиром Ландсбергом. Там мы познакомились, там мы договорились о том, что он приедет по нашему приглашению к нам в гости. И вот с этого вечера начнется работа клуба. И это произошло 30 сентября 1978 года. Здесь, в актовом зале, приехал Владимир Ландсберг. Мы, по-моему, что-то тоже пели в этот день. Но в основном это был его концерт, и его песня «Гулливеры» стала нашей песней, которая сопровождает нас на протяжении всех этих 40 лет. И вот мы сейчас готовы, может быть, даже вместе с вами ее испеть. Все, кто знает эту песню, пожалуйста, вместе с нами. Клуба.
теперь, друзья, мы оставим на сцене на самый многочисленный на сегодняшний день состав Гулливера, потому что это тот Гулливер, который занимается и продолжает заниматься сейчас и репетировать. И последнее их выступление совместное состоялось вот на днях 13-го, между прочим. Поэтому, ребят, остаемся и объявляемся. Далеки еще от лёд, друзей
жить в домике белом, обласканном старыми вишнями, всегда обо всем говорить по делу, не позволять себе лишнего и жить без напряга, не пачкать бумагу, не рвать перепонки грохота и быть президентом и работягой в своем государстве грохотом. Душа переполнена, пусты карманы, найдутся и нежность, и прежние силы, чтоб спелое солнце на блюде тумана мне утро каждое подносило тревоги далекие. Прощаюсь.